Рост заболеваемости снизился. Однако коронавирусная инфекция продолжает угрожать людям всех возрастов. Об этом сообщили в Республиканской инфекционной больнице. Сейчас в день поступает около 20 пациентов со средней и тяжелой степенью течения заболевания. Из трех корпусов медучреждения на сегодняшний день работает один. В нем находится 130 пациентов. Он заполнен на 90%. Среди поступающих много пациентов, так же, как и ранее поступали, с сочетанной патологией, сопутствующей, имеется в виду, патологией со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны эндокринной системы, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. У этих пациентов, естественно, исход заболевания бывает менее благоприятный, потому что эти сопутствующие заболевания не утяжеляют течение новой коронавирусной инфекции. Так как новый вирус до конца не изучен, до сих пор не ясно, как он себя проявит в дальнейшем. Поэтому врачи призывают продолжать соблюдать все меры безопасности, соблюдать гигиенические нормы и не посещать места массового скопления людей.